любая технология, развиваясь, становится дешевле. Чем больше ее происходит внедрений, тем ее проще тиражировать. А когда мы говорим с вами, что мы, условно говоря, строим новые комплексы и туда встраиваем систему умных городов, безопасность, энергоэффективность, ну, то есть те вещи, которые основываются именно на конечных приборах, да, то в дальнейшем реконструируем, вы знаете, есть большие программы реконструкции старого жилья, повышения его комфортности, да. Если вы до этого уже во время стройки обкатали технологии, вы достаточно легко и просто их тиражируете в более старый жилой фонд. Одна из задач, которая ставится перед любым городом сегодня, да, это формирование комфортной городской среды, и здесь город сам выбирает. Он может либо пойти по пути отказа от старой застройки, ну, условно говоря, программа реновации Москвы всем знакомая, да, но уже в новых домах сформировать необходимый уровень комфорта, в том числе с использованием элементов умного дома, да. Либо, условно говоря, он понимает, что есть смысл еще вот эти старые кварталы дать им второй шанс, вторую жизнь, и используя, опять же, определенные технологии повышения энергоэффективности дома, используя новые строительные материалы, обновить его и встроить туда уже цифровые элементы. Задача умного города – это же не вещь в себе, да? Его конечная задача или начальная задача – это сделать жизнь более удобной для гражданина. И базовые потребности гражданина всегда стоят во главе. Вот лично в моем понимании, вот если меня спросят, да, и в принципе я эту идею всегда продвигаю, базовая потребность, которая критически важна и которая может за счет цифровизации стать более эффективной, то есть у вас заставляющая, она полезна, и через цифру вы ее можете сделать более эффективной. Это, конечно, ЖКХ. Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства, то есть водоканалов, теплоснабжения, это несложный технологический процесс, но дающий колоссальный эффект. Потому что, условно говоря, получая даже информацию о состоянии воды, температуры ее, работе насосов, вы можете очень эффективно бороться с излишним расходованием средств. Вы четко понимаете, как нужно перенаправлять потоки. Для человека это самое понятное. То есть у него снижается, условно говоря, стоимость пользования ресурсом, у него снижается количество аварий, либо они очень быстро устраняются, и система, которая работает, она эффективна. Поэтому ЖКХ, но оно ближе всего к нам. Но, в принципе, конечно, внутри стандарта все элементы, они важны именно потому, что они родились из потребностей человека. Вот из тех вещей, которые мы понимаем, сегодня можно оцифровать и тем самым сделать жизнь гражданина лучше. Есть две составляющие. Сама ESG-повестка с точки зрения того, что она привносит, да, то есть это вопрос концентрации на социальный фактор, на экологию, на правильность госуправления, это потрясающая история с точки зрения того, что это культурное развитие человека. Проблема в том, что в какой-то момент времени мы начали излишне сильно уходить в эту область. То есть ESG-повестка, знаете, она должна быть полезна, она должна быть не излишне накладна, и она не должна приводить к излишней нагрузке на граждан. А в какой-то момент времени наши коллеги из-за рубежа, в принципе, так и ставили вопрос, что ну давайте там условно откажемся от всей угольной генерации, потому что нарушает экологический баланс. Наверное, да, да, но просто опять же, ты придешь к ситуации, когда экономически ты попадешь в коллапс. Поэтому сама идея того, что во главу угла нужно ставить определенные вопросы и ценности, ну, такого долгосрочного характера, это абсолютно правильный подход. То, что долгосрочный характер должен быть эволюционным, а не как зачастую хотят, что вот это разрушим и новый мир построим, это тоже правильно. Должно быть эволюционное развитие. Ты должен понять, что ты хочешь, поставить себе облик целевого состояния, распределить шаги к этому задаче и потихоньку двигаться к ней с различными инструментами. Если нам нужна чистая экология, да, отлично, давайте постепенно переходить. Сначала, условно говоря, берем, максимизируем долю той генерации, которая для нас безопасна, атомная генерация, гидрогенерация, постепенно снижая образ той, которая вредна. Потом начинаем внедрять элементы, уже как раз умный город появляется, энергоэффективности, электротранспорта, но все это постепенно. Когда люди начинают на каждом перекрестке или повороте кричать, что вот сейчас прямо нужно все закрыть, будьте как коллеги из Германии закрыли все атомные электростанции, да, там в един момент, все, у нас больше атомной энергетики нету. Сейчас думают, как их открывать снова. Вот такие поспешные решения, привнесенные на волне именно популизма, именно популизма несодержательного. Вот они опасные. Поэтому все должно быть в меру. Мы не живем в вакууме. Мы в любом случае должны реагировать на окружающую ситуацию. Хорошая новость в том, что вот чем всегда отличалась Российская Федерация, мы живем в формате долгосрочных стратегий. Это очень сильно зачастую критикуют, ну там из разряда, как можно запланировать, что будет в 2030 году. Нельзя.
Но можно поставить себе цель, к чему мы хотим прийти, и уже разматывать обратно. Поэтому, когда происходит любое тектоническое изменение, громадное количество зарубежных компаний единомоментно, абсолютно необоснованно, решили, мы больше в России не работаем. Вот если бы у нас не было понимания, к чему мы идем, мы бы просто растерялись. Но у нас есть понимание. Вот я могу привести пример из нашей отрасли, это будет, наверное, наиболее правильно. Технология информационного моделирования. Великолепная вещь, которая меняет облик страны, регионов. Это, по сути, создание цифровых двойников. То есть вы создаете им цифровой облик какого-то объекта, и дальше его через весь жизненный цикл ведете слева направо. То есть вы сначала его запроектировали, вы его эксплуатируете в цифре, вы его перестраиваете в цифре. Все очень просто, понятно. Так вот, выяснилось, что примерно 60% наших игроков рынка, а это задача системная, то есть она стоит там к 2026 году, мы должны создать цифровой прообраз регионов, потом выйти к 2030 году цифровой двойник страны, то есть это как бы системная большая задача, и мы знаем, к чему мы идем. И тут выясняется, что точечно у нас 60% игроков работают в зарубежном ПО, которое вот вчера объявило, что оно сейчас переходит в сервисный режим, а скорее всего через там месяц оно просто уйдет с рынка. Первая реакция, последний день Помпеи. Подождите, ребят, а у нас альтернативы есть? Да, в принципе, все нормально, у нас есть российские производители, мы можем все это упаковать. Мы дальше два месяца сидим, упаковываем всю эту линейку и понимаем, что вообще проблем никаких нету. Просто понимая конечную нашу задачу, ну, то есть, условно говоря, у нас там есть блоки жилищное строительство, промышленное строительство, строительство линейных объектов. Мы берем ребят, которые занимаются этим, говорят, там, Росатом, вот вы занимаетесь промкой. Да, занимаемся. Как вы собираетесь спроектировать? Вот тут-то, тут-то, тут-то. Говорю, вот здесь у вас будет пробел. Да, но у нас есть альтернатива. Хоп, появился маленький модуль. И вот таким образом мы совместно как бы с игроками рынка, в принципе, ответили на этот вопрос. Никаких проблем нету, нужно просто, чтобы вот эти наши производители чуть-чуть улучшили интерфейс, удобство, глубину проработки вопроса. Но это уже техника начинается. Это то, что вы говорите. То есть есть конечная задача, есть сроки, есть определенная цена этого вопроса. Мы сравниваем, понимаем, что да, мы с этим справляемся. И так, в принципе, в любом блоке, который занимается сегодня стройкой, будет это перевод машиночитаемый вид документов, не знаю, там, цифровизация исполнительской документации. Все это, на первый взгляд, кажется таким сложным, масштабным, долгосрочным, но это все бьется на маленькие шаги. И на уровне каждого шага ты, в принципе, знаешь ответ. И даже если происходит какая-то изменение, ну, там, новый технологический уклад, квантовые компьютеры. Отлично, берем шаг, вот здесь мы с вами меняем бизнес-процесс. Да, он меняется быстрее, да, квантовый компьютер делает. Отлично, это хорошо. Так, когда ты запланировал конечное видение свое, то разбивка его по этапам позволяет тебе каждый этот этап очень быстро перестраивать. И риски сводятся к тому, есть ли у тебя альтернативное решение. Даже если у тебя его нет, понимая, что ты хочешь получить, ты всегда это выдумаешь, разработаешь и сделаешь. В России уникальные умные люди. Ты им сдаешь задачу, они тебе принесут решение в два раза лучше, чем ты его придумал в тот момент, когда давал задачу. Люди хотят делать лучше. В основе человеческого сознания менять мир. И ты ему должен просто дать эту возможность. Так все получится.